Всем привет! Вы на канале Дарья Бот.ТВ. Дашуля, сегодня у нас снова киндер-сюрприз. Мега, да? Да. Я думаю, что это яйцо сегодня нам приготовило какие-то забавные сюрпризы. Давай посмотрим. Покажи ребятам, какие глазки, и оно улыбается, да? Давай его откроем. Да. Давай. Вот смотри, как его нужно открывать. Да, мне. Да, ну конечно, смотри, зеленое яйцо там тоже внутри, да? Посмотрим, что да. Там? Да, посмотри. Смотреть, конечно, будешь ты. Понятно! Машенька! Маша из мультфильма «Маша и Медведь». Машенька простая маленькая девочка, которая любит приключения, как все эти маленькие дети. Кашуля, давай посмотрим еще сюрприз. Что там? Покажи. Оранжевое яйцо с зелеными глазками, да? Классное какое. Его. Давай. Ты решила его по частям разбирать. Глазки, ротик, да? Угу, так, давай, снимай с него пластилин. Так, молодец. Склади сюда. Угу, здорово. Давай, расчищай. А я мясо. Да, здорово. Теперь давай откроем яичко. Давай, мама поможет тебе. Так, смотри, что там. Это же Маршал! Да, это собачка, щенок. Маршал из мультфильма «Щенячий патруль». Лучший друг щенка Маршала – гонщик. Щенок Маршал – породы далматин. Он самый неуклюжий персонаж, постоянно попадает в забавные ситуации. Он ездит на красной пожарной машине. Дашуля, посмотрим, что там еще есть. Бубы-вещи! Еще одно яйцо! Его. Теперь желтыми глазками, да? Давай, по той же схеме. Ротик, глазки. Угу. Так, молодец. Снимаем пластилин. Ух ты! Голубое яичко! Да, голубое яичко. Все правильно. Давай, маме. Угу. Здорово! Угу. Открываем? Эх, не получается. Давай, мама тебе поможет. Ну-ка, смотри, кто там. Кто это? Кто это? По-моему, это конь Юли. Это конь Юли из мультфильма «Три богатыря и морской царь». Этот конь очень любит поговорить. Он верный конь князя Киевского. Дашуля, посмотрим, что еще за сюрприз. Фарфи! Какого цвета? Фарфи. Желтое, как цыпленочек, да? Красивый цвет, да. Губки давай, так. Теперь глазки. Давай, мама будет убирать пластилин. Так. Угу. Ребятам показывай тоже, что там у тебя получается. Угу. Так, вытаскивай яичко. Молодец. Откроешь сама? Мама? Нет. Давай, мама. Так, ну-ка смотрим, что там. Кто там? Покажи нам, всем интересно. Покажи, покажи. Высыпи его. Это дружок. Да. Дружок из мультфильма «Барбоскины». Дружок очень спортивный. Любит играть в футбол и видеоигры. Его лучший друг Тимоха. Дашуля, есть ли там еще какой-нибудь сюрприз? Вова! Какой зеленый! Здорово! Зеленый! А я! Оранжевые глазки у него, да. Давай, откроем их. Так. Угу, открывай, да. Снимай пластилин. Ваня! Розовое яичко там внутри.
красивая, да? А интересно, что там в розовом яичке может быть? Давай посмотрим и ребятам покажем. Так, ого, что-то там много всего. Давай посмотрим. Это же Агнес! Агнес из мультфильма «Гадкий я». Агнес – самая младшая сестра. У нее забавный хвостик на голове, который может служить кисточкой для того, чтобы рисовать. Например, можно нарисовать такого же единорога, как у Агнес на картинке. Так, малыш, ну, давай посмотрим. Синий! Какой синий! Здорово! Желтые глазки, да. Да, синий у нас получился колобок с желтыми глазками. Давай посмотрим, какой будет там яичко внутри. Белое! Белое, ну прозрачное оно, да, яичко? Да. Так, молодец, от пластилина очистила все. Теперь откроем. Давай? Давай. Ту-ту. Ту-ту? Да. Точно, это паровозик Томас. Томас из мультфильма «Томас и его друзья». Паровозик Томас – один из самых молодых и неопытных паровозиков. Но Томас очень смышленый паровозик, поэтому станет для многих паровозиков примером. Даша, давай посмотрим, есть ли там еще что-нибудь. Вова! Зеленое яичко, здорово! Какие глазки цветом у яичка? Какого цвета? Желтые? Правильно, желтые. Так, давай снимем их. Давай снимаем теперь пластилин. Вот прозрачное яичко у нас там. Давай, давай, снимай его. Отлично, молодец. Ну, теперь откроем. Сама? О, молодец, сама открыла. И кто у нас там попался? Осел. Из мультфильма «Бременские музыканты». Он подпевает трубадуру и путешествует вместе с трубадуром и его друзьями по королевству. Тем, кто... У нас сюрпризы. Зеленый опять, да? Зеленое яичко, давай. Давай его почистим. Так, снимаем пластилин. И смотрим, какой цвет. Розовое, да, наверное, там что-то для девочек будет. Давай посмотрим, маме очень интересно. Тебе интересно? Да. А вам, ребята, интересно? Да. Давай посмотрим, сама откроешь? Это тяжелее открывается. Давай все-таки, мама. Смотрим. Это Hello Kitty. Китти-фея – маленькая кошечка. У нее есть волшебная палочка и крылышки. Значит, она может совершать добрые и волшебные дела. Ну, давай еще сюрприз. Есть? А я надеюсь. Оранжевый? Оранжевый колобок. Здорово. О, пи-пи-пи. Давай. Счищай с него пластилин. Так. Снимай, снимай пластилин оранжевый. Посмотрим, какое там внутри яичко. Сласти! Желтенькое яичко. Посмотрим, что внутри. Давай, сама откроешь или мама? Попробуй сама. Ну, да, это еще нам сложно. Посмотрим. Кто там? Это Нолик. Фиксик Нолик из мультфильма «Фиксики». Он самый младший, самый непоседливый из всех фиксиков. Его все любят за доброту и веселый характер. Разглядеть не просто. Так, мне кажется, сейчас там что-то будет интересное. Что там? Ого, Даша, смотри, какой оно большое. А какого цвета он? Розовый, да. Так. Открываем и смотрим, что там. Ух ты! Кто это? Это же барашек. Подстригается. Барашек умеет качать головой.
У него смешные уши. Еще он любит любоваться цветами. Напишите, какие из героев из разных серий киндеров-сюрпризов вам нравятся больше всего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!